Йоу. В общем, вот так выглядит теперь эта стена. Такая она смешная. В общем, мы вскрыли Днепрок. Едем в за всякой хуйней. Самое главное, за звукоизоляцией. Йоу. Да, мы взяли, вон там за нашей спиной находится звукоизоляция. Не буду называть кого, а то вдруг еще скажешь, что я рекламирую что-то. Кого я могу рекламировать, блин? Месте. Вот тут, вот здесь все дело у нас улетело, это колонна, это вот еще один кусочек гипрока, а вот в этом месте вот так выглядит блокустик, бац, вложенный в стену, цвет потрясающий, просто потрясающий цвет у них, прям ласкает мой взор, серьезно. То, что было тут до этого, каменная вата желтого блевотного цвета, намного хуже. Вернее, не блевотного, а вот именно прям такого неожиданного цвета. Здесь мы сломали гипрок, и, к сожалению, восстановление подлежит. Будем заказывать, ну, вернее, будем приводить сюда другой кусок и зашивать уже новый кусок гипрока сюда. Первый день работы на студии ЗАК оканчивается. Эта херня в прошлый раз, в первый день, упала мне на шею. Короче, просто типа мы ее запихивали на стену, и она просто свалилась, она была не закреплена. Упала мне на шею. У меня шея чесалась 2 дня после этого. Ну, типа, она колола, короче, там все эти волокна остались. Хотя, наверное, 3 раза помылся после этого. Хер там, короче, это не помогло никак.